Итак, ребята, всем привет! Сегодня мы продолжаем серию обзоров EATEC. В данном случае это 558 модель или же XPS 3 CQB T-DOT. Видите, все маркировки присутствуют, все красиво. Очень надежная модель. Регулировка у нас сбоку. Видите, вверх-вниз это контраст. И марка. Марка у нас, видите, все красиво видна. Есть зеленая, есть красная. Четкая, очень красивая. Контраст меняется очень хорошо, то есть можно там очень много уровней контраста, но мы этим не будем заниматься, тратить время. Значит, пластиковая здесь только внутренность, но очень добротный пластик. Снаружи у нас вот такой вот кожух, вот видим, да, то есть это он алюминиевый. Крепежный механизм тоже алюминиевый, тоже очень достаточно надежен. Открывается, то есть очень просто, при нажатии на вот эту вот кнопку, открывается как рычаг и фиксируется на планке. Все очень достаточно просто и надежно. Ломаться здесь нечему. Ставим, соответственно, в спарку, допустим, к нашему EATEC магниферу четырехкратному. Сам магнифер вообще замечательный, из серии, наверное, самый лучший. Никаких подвижных частей, все стационарно. Все подвижные части, горизонталь, вертикаль, находятся на механизме. Также он откидной. То есть вот этот вот рычаг, который мы сейчас видим, да, вот, он, при нажатии на него можно снять магнифер вообще с этого механизма. Механизм останется на планке. И также его быстро одеть. Он является откидным. Вот, сейчас мы это поставим вместе. Итак, мы видим, вообще замечательно они вместе стоят. Размер очень короткий, поэтому, соответственно, гармонично можно ставить на небольшую планку. Не очень длинную. При этом, как мы видим, они соосны. То есть очень хорошо стоят в спарке. Вот. Ну и давайте посмотрим сам механизм. Так, при нажатии на эту кнопку он откидывается на бок, и мы работаем с самим коллиматорным прицелом. Как мы видим, так, сейчас мы настроим, вот резкость у нас есть. Зеленая, красная. Вот. И, как мы видим, немножко затемнен сам коллиматор. Это проблема всех реплик. Ну, она не особо, в принципе, страшна, особенно в дневное время. В ночное, конечно, напрягает. Вот. И сейчас мы ставим наш, соответственно, магнифер. Так, ребята, 100 метров расстояние. Как мы видим, отлично все видно. Просто красота. Качество картинки намного лучше. К сожалению, у меня здесь автокоррекция стоит на телефоне. Поэтому немножко, чуть-чуть, видите, такой как бы смазана немножко картинка. Вот. Жизнь намного интереснее. И марка намного красивее. Сейчас я откорректирую, покажу вам, как она будет смотреться. Видим, да? 100 метров. Вообще просто этот. И квадратная, обзор квадратный. Вот. Сейчас мы это все дело... Вот. Так, сейчас мы настроим марку нашу. Видите, да? То есть четкая марка. То есть можно замечательно целиться. То есть все отлично. Итак, смотрим сейчас в магнифер без коллиматора. Как мы видим, картинка светлее, ярче. За счет того, что коллиматор немножко темнит. Видите, да? То есть магнифер, конечно, супер просто. Отличная вещь. Вот. Ну и сейчас мы, естественно, посмотрим на наш коллиматорный прицел. Вот, видите, да, то есть тоже марка отлично все смотрится. Вот, целится тоже замечательно. Видите, то есть не намного сильно темнит, если вот вы сравните, да, то есть здание. Но как бы в дневное время вполне нормально. То есть можно даже в спарке с магнифером. Ну и так делаем вывод, что самая, допустим, интересная спарка из EATEC, это вот 558 модель XPS 3 и магнифер четырехкратный с квадратным окном. Как для меня это лучший выбор для охотника, для страйкболиста или еще для других целей. До новых встреч, пока!